нужна варенка. Супер советуйте. Вы хотите варенку с салом или нет, без сала? Без. Ну смотрите, как вам по цене? Подешевле, если... Ну средняя, чтобы была. Средняя цена. Есть белорусские колбасы. Это идет сельская, она идет 165 рублей за килограмм. Есть Черкизово Москва, 209 рублей за килограмм. Есть мартадела, это высший сорт, которая 246 рублей за килограмм. Это очень вкусная колбаска, она такая сочная. Она вам понравится. А из ветчины что-нибудь? А из ветчины есть Геркулес, делает наша донецкая компания, 322 рубля за килограмм, это вот такая ветчина, она тоже сочная, с крупной такой ветчиной помола. А еще полтавская, да, ветчина тоже полтавская вкусная. Ветчина отличная, это идет куриная ветчина, такая прессованная, не рубленная, а прессованная ветчина, очень вкусная, там не жилок, не чернил. Ну, давайте. На 102 рубля. Хлебушек, масло, сырочек, ничего не забыли. Смотрите, можете взять вот такая полема 400 рублей. Есть такая модель, которая есть куриная, есть... Вот там куриная не нужна. Вот такая курица в модели. 362 рубля за килограмм такая, это белорусская. Ну, она хорошая, мелкое сало, она мелко-мелко-зернистая будет продаваться. Нет, вы ее разобрали, осталось только... А, давайте сейчас с вами скажу. Так, это ваши 200 рублей, мы запомнили. Так, 0,509 умножаем на 362 рубля. Получается 184 рубля 25 копеечек. Вот. Какой именно? 124 рублей, это красноградский молокоток номер один. Это молоко. Я почему-то туда не посмотрела. А что вам рассказать? Да, Юра, здравствуйте. Думала, это украинцы. Недавно у внука была, а вот здесь вот